Конкурс мужской красоты проходит в Екатеринбургском зоопарке. Зоомистера среди 500 самцов предстоит выбрать горожанам. В финал вышли 5 кандидатов. За корону победителя борются хищники, приматы и пернатые. Бородатая неясыть, например, гордится умением вертеть головой на 360 градусов и обещает поддержать многодетные семьи, лично увеличив популяцию. Капуцин Плакса давит на другой инстинкт. Его главная задача – накормить своих соседей, чтобы понравиться. Примат кокетничает с посетителями. Остальные кандидаты – крыса, красный волк и фосса. Последний самец пока лидирует в интернет-голосовании. По словам сотрудников зоопарка, людям чаще нравятся крупные хищники. Целый год победитель, взявший звание «Зоомистер», будет пользоваться почетом у всех животных зоопарка, будет главным таким животным нашего зоопарка. Ну и, конечно же, мы постараемся как-то его выделить, возможно, даже сделаем ему табличку.